Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас выходные, и мы поехали в Консобласт, да, суббота. Лиза у нас тут, вот. И мы сегодня всей семьей решили пойти на выставку динозавров, да. Прямо у входа стоит огромная голова тираннозавра. Сейчас купим билеты и пойдем на эту выставку, посмотрим, что там за... будут рычать. Рычать будут, да. И посмотрим, что это такая за выставка. Вот. В этом центре мы уже были. Здесь проводилась выставка маленьких железных дорог. Если кто помнит, я уже снимал видео. Идем, Лиза. Нет, Женя. Не хочет. Он тебя съест натуральным образом. Смотри. Ну-ну-ну, говорит. Не-не-не, лучше я пойду отсюда. Сажай его, Зина. Я подержу кофе, сажай его. Все началось. Держи, Зина. Лиза, ну пойдем. Руку давай. Он тебя съест, если не будешь мне держать за руку. Тиранозаврус. А вот там самый главный. Лиз, это игрушки. Иди, смотри. Это в мультике, это игрушки, смотри. Иди, смотри какой. Смотри. Не бойся. Настолько реалистично сделано, что ребенок перепугался, что сейчас его съест. Настолько реалистично сделано. Помсогнатус. Эх, Зин, если бы в моем детстве были такие динозавры, я бы вообще с ума от радости сошел. Это не настоящий, успокойся, это же игрушка. Апатозаврус. Апатозаврус такой он, большой. Размером, длиной, наверное, со школьный автобус. Да. Такой вот он.
Пойдем дальше смотреть. Домой, домой. Домой, домой. Нет, домой, домой мы не пойдем. Давай смотреть. Подойди, маленький, смотри. Вот смотри, какие. Здесь, смотри, это какой-то в шерсти динозавр. Мононайкус. Первый раз вижу такого динозавра, который в шерсти. Чей-то хвост. Такой он прямо хвост, прямо можно его схватить за хвост и дернуть. Но он трехвостом может и сбить. Спинозаврус. Ох, какая у него пасть у этого спинозавра. А это он рыба вылезла. Кистеперы на поверхности. Сейчас эти два динозавра будут решать, кто будет ей завтракать. Оба, похоже, нагуляли аппетит, и оба претендуют на эту рыбу. Дина, смотри, а кистеперы рыба вылезла на поверхность. И, походу, эти два персонажа решили решить вопрос, чей это завтрак. Этого. Ты думаешь? Потому что он ближе? Да. Но это тоже парень не промах. Это резина, да? Ну да, очень мягкая. Кстати, до хвоста толдёнок динозавра. Он такой мягонький. Лиза, вот будешь плохо вести, я этому ящеру тебе отдам. Натурально. Рыба как ты, Лиз, рыба как ты. Да, шикарное шоу, конечно. Ну, трицератопс – это вот этот товарищ. А вот это похоже на тирекса очень. Маленькие передние лапки и большая харька такая, размером с чемодан. Сундук даже, я сказал бы. Ну, это чисто вот травоядное. Этот товарищ прямо очень... На меня засмотрелся, походу у него какие-то на меня планы есть. А это, видимо, детеныш. Смотри, кто это есть. Смотри, иди сюда. А это детеныш птеродактиля. А это маленькие, да. Процератопс. Акиелопс какой-то. Ситокозаврус. Классно, конечно, сделано все. Ух ты, а этот еще больше, какой-то прямо совсем уж мощный товарищ. А высотою, как на, ну не знаю, этажа 2 это как минимум. Очень серьезный товарищ. Это вот тут кого-то уже завалили, его едят. А это прямо вон он такой. Такой, если наступит, то все. Момента море. Да, огромный, огромный ящер. Слава богу, что не вымерли, конечно.
Гиганотозаурус каролинии. Такой вот он. Да. Ну, этот цератозаврус. Стегозавр. Очень распопуляризированный такой. А это он какой-то меховой динозавр. Но крайне злобный, судя по оскалу. Вот. Хвостиком повиливает. А это какой-то огромный. Да. Аллозаврус фрагилис. Да. Тут у многих детей произошел культурный шок. Это он кого-то уже завалили. Все, сейчас его съедят. Эдмонтозаврус регалис. Какие прикольные меховые динозавры. Зин, ты знал, что они могут быть мохнатые? Я, например, нет. Вон еще пару мохнатых динозавров. Адозавры. Я для мамы снимаю, я маме вышла. Пойдем. Прям меховой динозавр, такого даже не знаю, что был. Название-то какое. Юта Рэптор. Видимо, нашли в штате Юта. Женя, он с ним говорит, привет всем. Ну, вначале-то он как-то это напрягался.
Моцератопс Ричардсони. Оп, так. Кто бы подумал, что такие есть твари, когда-то обитали на планете, да. Чудные дела твои, Господи. Ну, а здесь можно с динозавром сняться. Оседлать, так сказать, верхом. Ага, вон заняли очередь. Мои сейчас подойду, посмотрю. Давай, давай, давай. Пойдем покопаемся. Вот и браслетик, она сняла его. Так одень на него, не ее. Одевай. No. Обязательно не пустят тебя. И браслеты не пустят. Катай на динозавре. Очень большая очередь покататься на динозаврах. Вот, подошла Елена. Пошло. Сверху песочек, а если пристающие? Стоим, ждем покататься. Очень большая очередь. Да, мы уже тут все уже смотрелись. Желающих прокатиться на динозаврах очень много. Жень, что за горе печаль? Смотри, Жень. Смотри, берем штуку вот эту и будем сейчас кости откапывать, вот так вот. Во, вот эту штуку, смотри, Жень. Нет, давай песок не кидаем. Не-не-не-не-не, Жень, Женя, Жень, мы так не делаем. Мы берем, смотри, лопаточку, идем сюда, смотри. Берем, Женя, Жень, вот смотри, берем штуку. Вот эту штуку вот так вот мы раскапываем. Держи. Пытаемся тебе кости раскопать. Маленький Женька перепугался, увидел огромного ящера вон, зубастого. И перепугался, с рук не слезает, да? Да? Смотри, какой зубастый, глянь-ка. Вон он наверху. Да, вон он, смотри-ка. Глянь. О. Ты же не боишься? Глянь. Ладно, пойдем отсюда. Не будем пугать. А на это будешь смотреть? Ну что, что ты плачешь? Я с тобой. Никому тебя не от... Come on.
видишь, как нас скрывает? Да просто откуси здесь вот чуть-чуть. Что ты творишь? Обрывай теперь, все. Во-во-во-во. Смотри, Лиза. Уверен, что готова? Можешь понимать, как это надо. Вынимай отпечаток. Во. Получился отпечаток черепа. Во. Успокойся, все в порядке. Какой, какой? Все, вешу, больше не плачь. Все? Все нормально? Thank you.
детей, конечно, для столько семьи. Столько всего, да. На меня не хватит, честно сказать. Ну, да, то есть можно вот на целый день заезжать. С утра, а приехать и до самого вечера. Они 2 или 3 дня работают? Они 3 дня, опять суббота, воскресенье. Опять суббота, воскресенье. Ну, вот еще воскресенье у кого-то есть возможность попасть сюда. Я но сегодня народу достаточно много было сегодня, да? Ну да, сегодня же суббота. Я думаю, пятницу на народу было мало, на самом деле. Да. Было в пятницу. Да, ненормально все равно. В пятницу... Все успели. Главное, дети довольны. Вот, классное дети развлечение. Довольны, да. Дети, да. И батуты, и все, что угодно для души, для да. Детей. Давай сделаем. Сейчас это сделаем. Сейчас достижение, это сделаешь вместе. Где Лиза? Не знаю, где Лиза. Где? Где она? На батуте бегает. Ну, значит, бегать на батуте. Уже не пойдем, а ты на батуте пойдешь. Ну, давай, да. Видишь, как мальчика сделали? Смотри. Беру маленькую, да, 4 на 6. Ну, да. Интернет пошел или не так? Так вот, думаю, нужно сделать. Ты можешь такой дом сделать? Нужно найти только зеленый фон и вот такой ящики вот эти и вот. Все сели на ящики и оказались на динозавре. Все предельно просто. Садишься на ящики и оказываешься на динозавре. Вот и все. Только ящики нужны зеленые. Go ahead, give it a pat.